Ребят, привет. Нахожусь в школе, где учатся мои девочки. Территориально находится в городе Норт-Хайлендс. Это часть города Сакраменто. Или Сакраменто Эрия, мы по-английски говорим. Я хочу просто показать вам, ребят, насколько классные поля сделали. Да, сегодня 1 декабря, ребят. 1 декабря 2021 года. Первый день зимы, с чем вас поздравляю. Ну вот у нас зима в Калифорнии, в Северной Калифорнии вот так вот выглядит. Или начинается так. И посмотрите, насколько классные футбольные поля здесь сделаны. Вообще шикарные. Я вот, моя доченька здесь любитель футбола, третья. И вот немножко после школы задерживается. Посмотрите, какое классное покрытие. Искусственная трава. Здесь два поля для мини-футбола, насколько я понимаю, потому что размер явно меньше, чем. Вот такая красота, дети после школы здесь играют. Сейчас покажу мою девочку, как она пинает. Ну вот, два мальчика и моя девочка, футболист. Привет! Ну давай, в ворота хоть попадешь, нет? Не, не попала. Вот, классная погода, градусов, наверное, 20. Шикарно, эти дети в майках. А вечером прохладнее становится. Ночью градусов 12, наверное, 10 по Цельсию. Ну давай, пинани. Ну пойдет, пойдет, пойдет. Попало. Вот такая красота. И здесь еще детские площадочки. Девчата вон гимнастикой занимаются. Ничего себе, у них растяжка какая. Вау. Ого. Ого. Красавицы. Вот так вот. Классное место. Смотрите, там какое классно сделано. Мяч пробил стену. Я даже не обращал внимания. А на ней написано, на мяче написано Seaway. Это Outreach Академии, ну, сокращенно название школы. Все, ребят, спасибо за просмотр. Бабай.